оставили будку здесь. Сейчас вот приедет еще парень, он забыл, поддон привезет. Мы поддон ее поставим. Я привезу солому. В общем, на территории заправки, как обычно, там проблема. Одни говорят, можно, другие нельзя. Я не стала ничего там выяснять. Я не хочу ни с кем ругаться. Что нервы, трепательство просто вообще. Вон он, пес стоит. Побегу отсюда. Вот. Самое главное, что будку не сперли. Вот она, красотка. А, это мальчик. Ой, слава богу, что это мальчик. А я вот жду будку сейчас. Привезут, будем ставить будку. Хорошо, что не девка.